Так что ты подумай, послушай версию Эллы, прям так и набери. Колыбельная Клары. Я-то вот так его набирала. И эта запись 68-го года была с концерта. Ну давайте. Нормально соединенный журнал. Thank you.
понимаю, что кроме, что по какой части? А, по какой части? Идет тема. Балансу. Мне вас мало. А мне голоса много. Вас мало, Александр Ильич. Ну, я еще, видите, все это. Все-таки с возрастом мы теряем часть, ну, способности слышать. Я просто здесь сижу рядом с колонками, меня тут прям долбит. Вот вас долбит, да? Я-то могу прибрать, конечно, но... Машу, в смысле, но... Мне вас мало. Мало. Ну, давайте, это самое, остановились. Как вам, Маша, чувствуете? Ведет вас. Ведет вас, ведет все. Она чувствует. Это очень важно, что ты ведешь за собой концертмейстер, потому что у тебя привычка, когда другие приходят, странники, они не понимают работы с живым инструментом, они этого не понимают, потому что у них все время чики-чики-чики, вот эта фонограмма, а здесь такое чудо. Ну давайте с бриджа. Давайте с бриджа, Александрович. Или вы попробуете, что там придет. Да? Все нормально, сколько? Ну давайте. Давайте. Достаточно высокие уже ноты. Мы с тобой давай отдельно поработаем над миксом. Мы с тобой прямо поработаем. Я тебе помогу, все без Александра Валерьевича просто поработаем. А сейчас, ну, чтобы ее как-то вот собрать с Александром Валерьевичем, чтобы не останавливаться, пой просто тему, как она есть. Не уходи на эти верхние нотки, не выходи. Захочется, уходи. Но если... Мне хочется, но просто там получается не очень чисто. Не очень чисто. Оно вообще сейчас было тоже, там несколько моментов было, и вначале не чисто. А знаешь, почему оно было не чисто? Потому что ты сразу в вибрацию уходишь. Вибрато, очень сложно с вибрато удерживать интонацию. Сложно. А ты знаешь, покащица, как бы раскащица. Ну, я в том плане, что сначала дай ровненького звука, а потом все, не сразу. И дыхание у тебя, меня многие критикуют, что еще лучше бы рот закрыла там без голоса. Люди, не понимаешь, у меня 11 уроков? Они этого не понимают, что связки натружены. Ну и ладно, пусть все будут здоровы. Вот, поэтому звук держи ровненький. Ровненький сначала. А потом уже распускай его. И там еще в начале, в теме, прямо в одном месте, у вас сильно не хватает дыхания тебе, прямо в одном месте там. Все в начале? Да, в начале. В начале. Маша, либо закрывай, все должно быть комфортно. Закрывай и дорабатывай образом. Ничего страшного, что ты раньше закроешь, но закрывай это органичнее все, чем... Потому что интонация тоже, ты диафрагму уже передавливаешь чуток. И интонация плывет, и все. Не надо, не надо. У нас других вариантов нет. Либо мы закрываем и образ дорабатываем, либо мы, если не хватает и хотим фразу до конца пробить, мы ищем, где взять. Где взять дыхание. Я везде вроде беру. Ну все,
берешь вот где-то в одном месте, давай с самого начала споем, чтобы это место вот найти. Где это? Прямо с самого начала, без длинного вступления вашего, Александр Валерьевич. Давайте с самого начала, что я так, так это. Мне вообще нужно тогда вот текст, чтобы я когда тоже мне надо его выгнать. У тебя есть второй я? А ну так давай, чтобы я могла сразу же. Я буду следить. По тексту. Отлично. Вот видишь, какая пленочка. Потому что не думала. Вот именно, ты пошла.
ты пошла. Скорость, легато, желание, все, ты думала о песне, у тебя не было никаких других мыслей. А перед этим просто ты в заборы. Я говорю, стройте мосты. Я всегда говорю, не ставьте заборы. Мосты стройте, ты всегда перейдешь. Замечательно. Во-первых, сейчас почему и дыхания хватало все-таки, когда ты упираешься сначала в одну динамику, когда ты держишь, ну экономия же идет, как бы не было такого. Вот здесь вот в этом месте, прямо тебе нужно ускориться. Вот здесь вот ты вот эту фразочку спой прям, акапельно сейчас, вот здесь. Вот это ты держишь? Так, сейчас. Да?
да, чуточку. Ну, чуточку. Александрович, вам хватило? Ну, в принципе, да. Ну, в принципе, да. Вот совсем чуточку. Может быть, энергетически там вот оно поняла, про какое я место говорю. Немножко не хватило, раз вот уже вспомнила. И еще, вот перед проигрышем самого речи, кульминация. Не слышу я все, понимаешь? Вот. Она тоже поет вниз. Она тоже будет вниз. Знаешь, почему еще? Ты выбрала конец. Про то, которое я тебе говорила, подумай, как спеть. А, ну, да, она уходит вниз, да, и ты уходишь вниз. Но! У тебя очень неудобная тесситура на этой ноте. Mm-hmm. Понимаешь? Она неудобная для того, чтобы сделать, быть в кульминации и перейти в Александра Валерьевича, чтобы он был продолжением у него там а-та-та-та. Ты должна быть на очень удобном тоне, по тесситуре тебе неудобный тон, который ты держишь. А ты потом послушаешь, понимаешь, я-то ощущаю, я прямо слышу тебя, что идет, даже, идет давление на диафрагму, идет прямо сильное давление идет, как будто ее прямо для того, чтобы эту ноту вот держать, ты прямо это. Вот эти два места вот прямо подумай все равно вот над этим местом. У тебя времени много, поработаешь. И вот это та-та-та-та, а сейчас коду. Работай, Александр Владимирович, и там летынут-то. Когда первый вот рефрен, пойдет ля-ля-ля-ля, потом и вы второй уже там уже возлюбляемся. Все, поем. Это все. А дальше это точка. А дальше идет эпилог. Вот этот вот у тебя уже послевкусие, вот это послесловие. Mm-hmm. В принципе, точка. Я бы еще ее успокоила. Ты хорошо все это, но я бы ее еще чуть-чуть поменяла. Еще раз очень сильно, с того же места.
все вот эти фаршлаги туда хочешь. Их уже было много, уже все. Здесь послевкусие, здесь послесловие. Отойди от оригинала. Вот отойди от нее. Ты сейчас пытаешься оригинал. Она великолепна, Лара. Но это ее были чувства. Это были ее чувства. Они были прекрасны. Пусть у тебя будут свои. Тем более, что тебя что-то не устраивает. Понимаешь, вот не идет, если. Опять заехала чуть-чуть. Александрович, дайте другую ноту. Я играю вот ее. Thank you.
Вот я бы ее не пела. Знаешь еще почему? Я понимаю, ты конечно, ты труженица, ты будешь делать, ты будешь трудиться, ты будешь все это. Но это финал, и он должен быть, ты должна быть как певица. Ты же еще, это очень много, ты отдашь энергетики, чувства дашь. Все равно творческое волнение присутствует здесь все. И вот здесь вот это, вот я бы ее не пела бы я. И не повторяла бы Лару, пусть это у нее будет, да. Александрович так играет красиво. Вступи позже чуть-чуть. Вступи позже, Александрович, будьте отвечать. Говорю позже, ты то же самое делаешь. Вообще ее не пейте. Вообще ее пока не пой. Александрович, еще разочек. Я не пила, это потому что сама решает. Александрович, еще. Отойди от микрофона, потому что она должна быть настолько, она должна быть на пианиссимо, по идее. По идее, она должна быть очень-очень тихая. Либо спеть на пианиссимо чисто, точно, понимаешь, сложнее, чисто технически. Поэтому я тебе говорю, отойди от микрофона. А я же потом вот так не отойду. Это твое дело, это твое дело. Ты на широкий шаг просто отойдешь. Обычно солистки как? Одна нога как бы остается, ты просто на просто да, сюда и потом подойдешь. И подойдешь, и все это нормально. Но зато ты будешь опирать этот звук, ты будешь тогда в нем уверена. А то ты стоишь и пытаешься сделать это пианиссимо, а получается сложнее. Еще разочек, Александр, самый финал. Ощущаешь, чувствуешь, у тебя нет такого, что ой-ой-ой, я отстала от фортепиано, как у многих. Ты как раз живешь и чувствуешь. И фортепиано, все, значит, за тобой идет. Все, все, дома поработаешь еще над финалом. Хочешь, пой, как оно есть. Как? Ты подумай, пусть у тебя будет свой вариант. Ну и все, и то, что вот здесь вот держи, прямого звука дай. Чтобы и интонации, и дыхание сэкономишь, и все у тебя, и вот это вот место проваливается, вот эта вот строчечка. Ты пометила ее. Прям чуть-чуть прям там и дикционно проваливается, либо ускорься, либо как туда что. Ну что, попробуем то, что ты хочешь? Давайте. Давайте, Александр Ильич, сможете, да, сыграть? Что? Шопена. А, Шопена? Который есть совсем не Шопен, да? А какой-то нравится? Ну я так и знаю эту песню. Да, конечно, она на слуху. Примерно.